сегодня зашел в академию тайского бокса. Здесь ребята тренируются, готовятся. Очень хороший зал. Отработка идет. Смотрю, круговая. То есть сегодня у них идет обязательно груша работа. Затем идет физуха кач. Обязательный. Один из моментов обязательного кача именно физического развития тела. Чтобы держать удар, чтобы носить сильные удары. Обязательно идет у них кардио. Плюс штанга тяжелая атлетика. То есть видите, они качают трицепс очень хорошо, качают грудные, раскачивают клетки, качают широчайшие мышцы. Ну и обязательно растяжка идет. В дальнейшем идут какие-либо бои. Здесь вот ребята готовятся. Также работа с личным весом, то есть отжимания, пресс и так далее. И ребят, то есть обратите внимание, как у них защита хорошая, защита для судей, для тренеров, для работы спортсменов на близке, отработки ударов, пады, перчатки, все есть в комплекте. Здесь ребята разминаются, молодые готовятся, растяжка. Без растяжки, как вы понимаете, сами никак не получится. Hello? Wake up? Да. Ринг хороший. В общем, здесь в зале хорошо, прохладно, не жарко. Wake up? Инструктора готовятся, разминаются, может даже будут сами боксировать. То есть, как видите, ребята даже в годах работают, физическое развитие, все возрасты покорны, все работают, очень хороший зал, идешь как по травке, очень удобно, очень классно, очень физически, ребята хорошо развиты, хотя вот у некоторых даже пузико есть. Очень интересно, они используют татами Дадянг, он практически не прожимается, жесткий, твердый. То есть на таком работать, вот я как будто встал на дощатый пол, то есть он абсолютно не прогибается. Вид из окна, пальмы, камешки, красота. Здесь инструктажи проходят, плюс у них подготовка идет к поединкам. Если готовятся под какого-то спортсмена с другой школы, обязательно они идут в учебный зал, в учебный класс. Здесь в этом учебном классе сидят спортсмены, и по такому большому телевизору они смотрят, изучают тонкости ведения боя своих соперников для того, чтобы изучить эти нюансы и было намного легче работать. В общем, посмотрите, какой шикарный зал. В таком зале работают ребята. Аджиме. Много идет ударов коленями, много идет ударов корпус по ногам. С них удары очень жесткие. Набивка идет всех костей, очень жесткая. Ну и каждый такой удар может привести к очень серьезным травмам. Тренируются где-то с 5-4 лет. Тренировки у них практически круглые сутки проходят. Даже ночью встают тренироваться, пока не жарко. Yeah.